И потом за деньги. Бедик, да. Жень, а у них сейчас без остановки пойдет, я не смогу уже перейти, да? Нет, ты снимай, все, ну ты не нажимай паузу, все, снимай, снимай, ты просто двигай. Иногда, если... Я хотела перейти, нехорошо попами все стоят. Ну, я когда... Нет, это я все делаю. Просто когда награждали парня, там, простите, все попы. Трясется вообще. Ну как-то все остальные меньше, но шерсть у них больше. Может, они постарше? А, может, так. Не знаю, видишь? Пригласили, как бы, для престижа.
Ну, самое главное, что они все с одного года. Вот разница между обросшими пара месяцев. А гриндовские помладше на 5 месяцев. Нет, 5 месяцев. Разница. Самая младшая. У Карины. Это самая старшая Марковская. Пусть уже лет были. Вторая самая старшая. Я там!
как не в себя. Ну, как придется. А? Как придется, мне кажется. Лапки у меня вообще по сравнению с тем вообще лысые, да? Все такие пушистики уже распушились. Да нет, сколько им лет? Они тоже юниоры. Май. И май. Да, кстати. Не жалуйся, Дим. А? Не жалуйся, Дим. А, давай побудем, да? Ты такой взрывный. Какие-то бежевые. А вот смотри, она такая же штуковушка, да, по-моему? Вон там, которая без шерсти. Склад такой же абсолютно. И мульт такая же. Там без шерсти. О! А зубы еще показывать? А ему смотреть зубы? А блин, по второму кругу что-то посмотреть? Что у них там? Самое главное, зубы и яйца, да? Кто-то говорил. Ух ты, ходит. Что ты делаешь такое? Странно, да? Специально стоит? Не знаю, мне кажется, он делает. Я бежать не охота. Собака смотрит. А что, они же вроде бегают. Последние же наши смотрят. С ними надо на родном языке. Ты ж пример засмотрел с тобой. Конечно, запер меня.
Сейчас, смотри, прячется вообще. А почему не ушли? Почему ушли-то? Свинка. Да, что может быть? Почему? А, за поведение? Ой, нормально все вело. О, Берик. Нет, он боялся. Он прижимался за меня. Может, цапнул? Может, цапнул? Не знаю. Здоровье, да? Да. А может, просто в сравнении? Не попал, да. Давай небольшой булки. Дискутирую, это принимаем блэкджек, который крутой. Ну, Водоковский. Да. Классно, нам медальку дали. И пакетик. Да, Что-то я не пойму, мне казалось. Ну, это княжка, конечно. Ну, ты смотри, шуганутый. Да, я не забыла. Скажи мне, пожалуйста, вот так вот ее нельзя, вот как бы... Вот... Она не делается, к сожалению, что-то я... Вот, ну ты прибавляй. Но я пытаюсь, постарайся, да. Постарайся на движение. Она, когда он долго описывает, жми паузу, чтобы не... Это... А, все, не... хорошо. Что, не надо. Я постараюсь. Вот поближе, да, привязай его. Сейчас, да. Да. Ир, ты каждого снимаешь? Жень, я правда очень стараюсь, но если что, не обижайся. Я так пару раз зашла, посмотрела, все что-то. Ну куда понесла? Это что? Я тут рядом. На Сибирскую поезд. Конечно, да, на Академию. А, на Академию? На Академию. На Академию это было. Это уже быстро не так делали. А положи ему, попробуй. Синьор, да? Давай. Тоже не трогай, отпусти его. Не трогай, не надо. Чем ты испытанул? Это кофе был, Лёш? Да. Спасибо тебе большое. Ты настоящий друг. Я в этом даже не знаю. Держи вот так за бороду, чтобы не летел.
Сейчас, если ты сейчас не убежу, я тебя буду переживать. Приятный пол. Смотри на нашу, не было змеи. Ну, сейчас ничего не видно. Человек бежит? Слышь, пускай бежит. Это как собак зовут? Вот, который на точно не налез. Ну, это вот здесь. Ну, это, наверное, вот это. Либо вот это, либо вот это. Вторую собаку вот эту собаку. Там мяч. Да. Там мяч, а вот это вот. Ну, это, наверное, вот это. Ну, мяч, вот это. Артефиктор, да? Наверное. Да, наверное, вот это. Молодец! Послушай, ветеран мой! Жадины! Молодец! Не, у юниора здесь режиссировали одну собаку. Предыдущую тоже стоит. Конфицировали ее с этого ложка. Дернул за поведение. Голос чего-то не И что, хочешь сказать, он лежит там, сидит? Можно, да. Отрубится, может, а может, нет? Но это уже было. Что я тоже не несу, только больше нравится. Мне кажется, нет. Обычно побегали.
А у вас тоже зеркало было, да? Чикаго. Чикаго. Национал. Собаки стали крупнее, но взрослый кобель, он вот как у нее, не больше. Кобель очень. А кто выиграл мяча? Было 2 месяца, а Вайте было
На одну собаке кусы уже налили. Самые красивые глаза у Лисы. Да. Самые красивые глаза у Лисы. У него там такие ресницы чёрные. Ага. Даже не в сказке сказать, не пером описал. Он как им махнет, все в обморок падали. А кого там самые красивые глаза? У Лисы. Самый красивый глаза. Могли собрать, но еще не знаю, только ни про кого. С кем ты снится? Ёлочка. Серёж, собачку с собой упаковать? Отлично. Сейчас покажу. Ну, лежит, постарается себя падать. Конечно. Мне не очень нравится запах, но еда и пах. Они маринованы, что ли? Сырплавы там маринованы? Да. Это экстренный запах. Ты знаешь что, мне кажется, там просто все эти вкусы еще добавили. Да. Чем бы его туда не добавить? Вчера тоже обещали. Вчера обещали 24 градуса. Да. Ёрзость. Нет, рингована собака. Я красный. Да. Девушка просто. Ой, хорошо. Движение красивое. Сел, да? Да, пускай это падает, надоело. Возьми с ним такая. Так, значит, третье место дали вот манго. Это же манго, да, получается? Нет. Ну, буквально. Жень, правильно? О, перемета. Да. Тебе там так. Нет, и это правильно. Нет, без установки, что это? Победили класс, победили! Опа! Что это? Это уже выставили? Или это не участник? А, нет, участник. А, я понимаю. Убили каждую по одному. Там с тобой? Нет, это, наверное... Витали, не видел. У нас собака.
Чуть не провалила. Маленький был такой. И сейчас прям на космосе дошли. Маленький был, но на пород тоже в юниорах они бегали. Амур, Аполлон, Маленький. И это, те такие, по утру подорвалы, это больно, щенок-щенок, выиграл в машину, или так далее. Он тоже маленький. Он очень такой ладненький. Двигается он прилично и все у него хорошо. Просто, на мой взгляд, мелковато ходили. Мне как-то все время побольше хочется. Так он очень сейчас наслаждается. Сука, промежуток. Размерчик. Не помню, кто у нас. Тогда писали «Космос 68». Мы приехали, когда на Бухцин ездили на площадку. Рядом встали собаки. Да. Помнишь? Там есть 61. 68. «Космос». А помнишь, 64. Да? У него голова где-то на месте не заканчивается. Ну, вообще шея. Не надо вообще. Сейчас вот такая... Посажены там на корпус было. Да, еще это расставато. Я вот тогда обалдевал, потому что у него такая длинная шея. Ух! Все такое амур. Ну, мне тоже приятно. У меня тоже шея как-то. Сейчас много. А Венеру помню, знаю, маленькая такая собачка, продажу думаю, полный размер.
Я пал, он такой крупный, это же видно, видно, что он живет, когда он не расставляет. Ну какой клетки? Этот домик, это, знаешь, вот я с ним сталкивалась в нормальной жизни, мне очень понравилось. Там пахло очень. Мне кажется, что там шерсти просто подвычистить можно будет, да, немножко подробнее смотреться. Светлее, да, и нет, достаточно все-таки он темный. Я вот надо было бы есть повязать, я бы повязался. Ну, я мог, конечно, красавица. Послужил ветеранов давно. Только не работа, были детманы. А со мной на школьный полетит. Я его практически не дрессировала, не выглядела. Ну, а вот есть тоже не надо. Любой каприз. Ну, хороший, правильный кабель. И большой. Карелка, не надо. Ты раз увидишь. Ты любишь. А здесь была очень красивая, она очень похожа на мою собаку. Жалко, что от нее хотела. Она как-то быстро, как это называется, здесь была очень многообещающая супер юниорка, а буквально через год, в общем, уже совершенно другое впечатление было от собаки. Ну как он будет выбирать? В Казахстан туда ездили? Там оттуда приехали. Они куда поехали? Что-то с собакой было. Ну, конечно, были прям даже обидно, да? Как вот в одном классе два роскошных кабеля. На сравнение сейчас вот тут. А Женька как бы лежит, молчит. Катя что пойдет? Ну и что происходит? Куда они все идут? Они что, не кобели, что ли?
Ну, ну, такое спокойное. Он ходит куда надо, и все в порядке. 7, 8, 9, 10. Хотя бы. Я бабуля вообще морочила. Всё, да, не стали. Что делать? Что там? Там одному два месяца, год и восемь. Поговорили, называется. Да. Достаем, смотри. Потом построим дом, приезжаем. Никуда.